Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Resident Evil Outbreak. Мы продолжаем, мы находимся в канализации где-то, в трубах, спасаемся от целых полчищ зомби, которые наводнили весь город, превратили, скажем так, люди превратились из-за вируса в этих поедающих живое мясо тварей, и нам необходимо найти выход. Отважная тройка, нас теперь трое, пытаются хоть как-то спастись. Самые обычные люди, которые работали, отдыхали, не всякие там супергерои, спецагенты, как мы привыкли из серии видео Resident Evil, а самые обычные ребята пытаются спастись, уцелеть и по возможности помогают друг другу. Ну что, давайте посмотрим, что из этого вообще у нас получится. Надеюсь, сможем ли мы вообще выбраться, и надеюсь, что все получится. Так, как... А, да, вот так вот. Я еще в управлении до конца освоился. Вот наш главный герой. Кевин, за которого мы играем. Но есть еще и два основных героя. Героя тоже, только не понимаю, где они. Спасибо. Так, ладно, двигаем. Во! Вот Синди. Одна из выживших, кстати. Синди, здоровье, класс. Класс! Все классно у них, замечательно. О, трава. Трава красная. Трава синяя. Ну это нам нафиг не надо. Так, у нас зато дробовик есть. Вот это очень хорошо. С дробовиком мы можем вступить в бой с серьезными силами противников. Наверху творится черт знает что. Я даже теперь не знаю, где безопаснее, где опаснее. Ну, обычно в туннелях всегда опаснее. А крысы-то, смотрите, крысы-то, мутанты. Мать их. Так. А, нет, я не буду использовать. Погнали. У меня есть еще патроны для магнума, только я не знаю, куда их засунуть. Что-то не понимаю, куда мне идти-то? Тут закрыто, там закрыто. О, другое. А, лестница. Поднимаемся. Выбираемся из канализации, слава богу. Слава богу, выбираемся. Перед Apple Inn. Что за Apple Inn? Улица, здание. Ну-ка. А, мы управляем. Огромное спасибо. Так, это поселимся наши тут, да, все? Я полагаю. Да, вон наши ходят. Только не знаю, что они туда поперлись. Лутать, видимо, никто ничего не хочет, да? Так, ну ладно, коль уж никто ничего не хочет, тогда нам придется самим все это делать. Ну погнали. Apple Inn, это гостиница, по всей видимости, да? Ну пойдемте за нашими, вон они стоят, нас ждут. Ребята, а, это выжившие еще? Нормально, а вы кто? Я видел, как парочка рядом со мной начала вдруг. Это так забавно. Как все это могло случиться? Тут вот еще выжившие есть, ребята. Слава богу, мы не одни, еще остались живые. Я не жертва! И не дичь. Чё у нас тут такое? Чё-то я не пойму. Чё это такое? Газета. Чё за газета? Лежит. Ракун сегодня. Жуткие звуки. Исчезло 8 человек. Разумеется, канализация была тщательно обыскана. Все это замечательно. Но мы все эти истории знаем. Нам нужно двигаться дальше. Что это? Куда ведет? Плотно закрыто. Могу ли я выбить? Стойте. Нет. Выбить я, к сожалению, не могу. А ситуация усугубляется тем, что у меня еще растет датчик, скажем так, заражения. И боюсь, может случиться так, что мы заболеем раньше, точнее превратимся, даже я так сказал, чем мы пройдем эту игру. Дверь закрыта наглухо. Мы ни хрена ничего не можем здесь сделать. Отсюда мы вылезли, там тупик. Но остается только что-то здесь тогда искать. Я просто не вижу иных вариантов. Ну-ка, может, с тобой потрещать надо? Да, тем временем перед Apple Inn. Надо было с ментом потрещать. Ну, посмотрим, посмотрим. Говорит полицейский участок города Рэкон. Постарайтесь соблюдать спокойствие. Машина эвакуации уже на пути. Кому же вы говорите? Нам нужно как можно больше людей и как можно скорее. Красава. 5 минут спустя перед Apple Inn. Нашумел, сейчас все зомбаки сюда на звук стекутся. Разве нет? Все готово. Пожалуйста, садитесь. Садитесь. О, сели. Здорово. Так.
Чё, типа, шоссе нормально? Очень просто. Мы выезжаем на прилегающие улицы. Проклятие. Еще одна баррикада. Приехали. Видите, многие дороги перекрыты. Боюсь, что вам придется выйти и дальше пойти пешком. А сам в машине останется. Красава. Молодец. Чё я скажу, а протаранить не судьба, либо объехать, да? Ну ладно. Ух ты, сколько всего тут интересного. Так, 45 авто. Давайте-ка смешаем. Что там у нас еще есть? Ага. Попросить. Так, а меняю на пистолет. Во, у него теперь пистолет есть в какой-то веке. О, даже сюда. Да тут вообще до хрена всего, чего есть. Посмотрите, тут целые... красная трава, оружейные патроны. 45 авто. На траву меняем. Во. Патрончики объединили. Так, ружье. Тут что еще у нас? Пистолетные патроны. Так, давайте сначала сохранимся. Сохранить игру, конечно, сохраняем. Какие проблемы? Только нас сейчас, как обычно, вы... Ой-ой-ой-ой-ой, эмулятор-то как сбоит, а? Только нас, наверное, сейчас, как обычно, выкинет в главное меню нахрен, да? Вот, замечательно. Так, смотрите, ну... один момент есть очень интересный. У нас есть куча патронов в оружие. Сейчас вообще все замечательно должно быть. Да, продолжить, конечно, продолжаем. Сейчас вообще должно быть просто все здоровски. Так. Значит, я, короче, переключаюсь на ружье. Здоровяку бы надо дать этот... револьвер. Хрен его знает. Так. Пистолетные патроны. Драгуша. А это что такое валяется? Револьверные патроны Магнум. 45 авто. Ох ты, как круто. Так, давайте сначала попробуем нашим ребятам дать этот патроны для... Так, 45 авто, оружейные патроны. Так, кому-то дал. Кто патроны забрал? Этот забрал. Молодец. Ничего не скажешь. Что-то прям нормально, столько патрончиков. Меня прям радует эта ситуация. Есть ли еще что-нибудь? Ружье. Ну, в принципе, у меня-то ружье одно есть. И патроны 45 авто. Ты мне ничего не хочешь, говорит, дать? Так, ну давайте возьмем Магнум. Возьмем Магнум. Как бы мне по тебе дать-то? Вот. Красава. Сейчас я, короче, вот так вот теперь беру. Хватаю револьверные патроны. Прошу у него один спрей... нет, не спрей, а пистолет. А беру за место патронов вот так вот. Все, так, зарядить, смешать. Ну, в принципе, у меня-то нормально в этом плане все. Так, теперь надо ей. Ей надо нам... патроны где-нибудь пистолетные раздобыть. Ага. У кого патроны-то все? У этого, так, Магнум, осталось патронов 7. Ну-ка, давай-ка ты вот этот пистолет возьми. Во. Этот пистолетные патроны возьмем.
Я возьму дробовик. Что у нас там еще есть? Погодите. Так, на месте долго стоять нельзя. Как бы долго стоять нельзя, тем более у нас уже больше половины заражения. Поэтому ситуация очень и очень нехорошая получается у нас. Ну ладно. Так, этот с магнумом, этот с пистолетом. Давайте сохраняемся. Еще раз сохранимся. И пойдемте спасать наши жопушки. Все до единой. Да, выбросила главное меню. Не знаю, как это сохранение так работает, вообще по какому принципу. Но по всей видимости, когда игра выпускалась, все было, видимо, нацелено на то, что поиграл, как бы, дошел до сохранения, выключил. И пошел я там, не знаю, на улицу гулять или там на работу, кто куда. В общем, как-то вот так вот. А понятие такого, как бы, нажать сохраниться и идти дальше, у разработчиков, видимо, такого в мысли не было. Ну ладно, хоть какое-то сохранение, чем вообще никакого. А это что такое валяется? Oh my God. Это что? Трава красная. Hey there. Тут ничего нету. Не-а. Здесь ничего нету. Ну нормально, мы все вооружены. Чё там отведай? Чё он там решил отведать? А, вот сюда идем. Так. Ребят, вы идете там? Вон они. Нормально, все вооружены. Ничего не хочешь сказать? Ничего не хочу. У всех есть оружие в какой-то веке. Это очень радует. У меня дробовик-пистолет. Ой, смотрите, загрузка. А, нет, это просто мы так идем медленно. Нормально. Синди, не отставай. Не отставай. Тем временем пешеходный мост. А мы как раз сейчас здесь. Чё-то тут не так, ребята. Боже мой. Что там? Чё там увидел? Ой-ой-ой-ой-ой! Сколько их там? Ё-моё, боже мой, действительно! Там их целый город просто! Опаньки! Так, ребята что-то делают. Что-то делают. Эрик, почему так долго? Скорее! Пытаюсь, почти все готово. Скорее, скорее, сюда! Эрик! Эрик! Хорошо, все готово! Эрик! Все. Просто зашибись. Что же мне делать? Что тебе делать? Бороться! Вот что тебе надо делать. Что происходит с этим городом? Не время для шуток. И не говори. Так, двигаем, 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 двигаем. Давай. Ну, главная улица. Так, попали на главную улицу. Все, что у нас тут? Так, о, этот здесь. Ты как раз вовремя, Кевин. Сохраняй хладнокровие. Ни хрена себе! Так, стойте. Чё это такое валяется? На тебе. Чё это такое валяется рядом с ним? Стойте, а это что такое? Ручка детонатора. Ах, зараза! Есть! Отлично! Так, одного кокнули. Надо до детонатор вот здесь, походу, да? What the hell is that? Чёрт! Отлично. Убрать всех. Да нахер мне это надо? Где этот детонатор грёбаный? Зараза! Сдохни ты. Вот это вот не есть хорошо. Так, детонатор используем. Да чтоб тебя... Так. И в чем проблема? Я
Я не понимаю. Ах, зараза. А, видимо, надо еще какой-нибудь компонент найти, да, чертов? Вот, что-то блестит. Что-то блестит. Идет сюда. Готов. Так. Стреляй. О. На пистолетный, давай-ка. Так, теперь смешать. Во. Все, уходим, уходим, уходим. Активируем. Есть! Отлично! Тем временем, главная улица. Ну-ка, что у нас там? Так, что-то мы тут... Ох, нифига себе там коротнуло. Вот это здорово! Как их кучно-то, а! Слушайте, прямо, знаете ли, сбылась мечта идиота. Взорвать всех нахрен. Просто это... Во всяких вот играх Resident Evil вот реально была вот такая вот идея взорвать все к шишам, чтобы так вот кучно всех приложить одним ударом. И только в этой игре, по всей видимости, это удалось. Так, ну и что дальше у нас? Вот это была настоящая спешка. Да не говори. Просто кошмар какой-то. Так, полицейские. Народ. Ну, слава богу, живые еще остались. А я-то думал, что совсем дело плохо, никого нету. Грузовик. С тех пор пошло все не своим чередом. Нет, может быть, мы сами не понимали то, что уже долгое время шло не так, как надо. В городе были одни мертвецы, которые искали живых людей. Когда это становится нормой, я понимаю, что настало время... Сдаваться. Это вообще к чему сейчас едет, ему это рассказывает? Перед закатом солнца правительство объявило о серьезной утечке радиоактивных веществ, произошедшей в нашем городе. По законам Соединенных Штатов, в городе был объявлен карантин. К нам уже направляются регулярные войска. Они намерены изучить и расследовать сложившуюся обстановку. Регулярные войска... Всех направили сюда. Но нам вроде как удалось сделать ноги. Так, что? Продолжение следует. Очень хорошо. История, как говорится, на этом не заканчивается. Так, персонаж. Кевин, сложность легко, показатель прохождения 35%, время игры 36%. Лучший! Без повреждений, без оружия, особые предметы. Очки. 1250 очков лучшие. Так... Просмотры, все это понятно. Ладно, сохранимся тогда. Давайте сохранимся. Открыть новый бонус, не знаю зачем. Но давайте сохранимся. Ну и думаю, тогда давайте здесь мы... А коль уж нам только все пооткрывалось. Ё-моё, меню. Вот, вы можете выбрать сценарий ниже точки замерзания. Че я только не могу выбрать. Перезаписать, конечно, перезапишем. Все, мы это дело перезапишем. Ну и думаю, друзья, тогда давайте здесь мы на это... очко замороженное. Нормально так. Замороженное очко. Да, ведь по всей видимости, самый убойный эпизод будет и самый безбашенный. Но этот эпизод у нас будет, ребята, в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение серии видеоигр Resident Evil, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. А также не забывайте заходить в группу ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.